А ты не кайфуешь, я же, блядь, ФФБ. Ха-ха, лох. Чего? На сова? Да. А что, не хочешь Офигеть. совой? Так он сейчас пояс менять будет. Зачем мы Давай два? по-быстрому. Понял. Да, слышал, второй ДЦ нужен. Пять секунд после пака, подождите, я еще с не замечил, у меня кнопки не было. А чё у тебя, Вар, такое чувство, не знаю. А? Ладно, займи. Тут тема 3 подоснался, пойдемте дальше. Без щитов больно бьет, да? Ну. Чего это, если у тебя на ДЦ не КД, и ты весь кару не закрываешь, мог бы с ним пойти? А я дальнейшую успешность. Что ты говоришь про моего ДЦ в кару? А если ты на нем пойдешь в кару? Не знаю, могут собрать гильдейские. Ты в основном а... сейчас... В основном заломан же сейчас у нас. Да. Кару, наверное, не ходит никто даже. Там вроде хотят, но я кару не люблю. Ты ее не любишь. Ты из-за трэша. Шмот тут уже слабее, ну, блять, пару шмоток на инс. Печеньки, да нихуя дойдешь, блядь. Да. Больше ГМХМ собрать, да? Да и принести его. Там три печеньки, блядь. А тут еще погибель надо квест сделать. Ну, ГМХМ, кстати, конечно, у тебя помню. Есть этот квест на погибель? Ой, ты еще не сделал его у тебя? Нет, по-моему. Давайте танком на агрит, не бейте сразу. Серафим танчит? Серафим против душа. Ну ладно, понятно, почему он пока. Серафим пытается не умереть. Я не специально. Что ты показал? Это душа, он слабо против или пас? Нет, он не захотел посмотреть. Тем более он армс. Там немного фишек. У него и радар тоже хотел бы попробовать. Так это мейн ротация, а не фишка. Ты че? Тем более у него реально теперь большая. Теряет только конь нам кому переводит. Да, я на них метки поставил. Остальным клею просто. Не пытаюсь крутиться. Урон крутится, ДПС мутит. Через череп играйте всегда, чтобы танку легче агро было на одном держать.
сами могут там до вас. Это нерв. А, они спаунились просто за стеной и все. На нахуй. А кто это за кстати... того и сложил? Не имеете пару секунд, ребят? Да? Загрел-то я. Да? А убил ебало мага. А меня не сложил. Эх, блять, магов не любит. Играйте через череп еще на второй. Быстрее это не убьет. Скажи это моему метеору. Блять. Захвачу эту ягру. И поднес коня. Крестик пьет боль. Если, короче, не будете справляться на первой фазе с хилом, я тоже спекнусь. 3 хила. Пойдем. Ничего, можно же диспелить. А я не знаю. Диспелит у нас только пол один. Станет. Там... Какой аддон точно показывает, не знаю, потому что Вуду показывает. Кто на всех сразу. Надо смотреть не на цвет, надо смотреть рамочка вот красная, которая будет квадрат вот тут, прямоугольник. Ну, я ребята, сказать... я тут только за токенами ходил, тут что, это же конь манекен, по-моему, да, просто? Да. Токены, это гер. Я всех просто боссов убивал, все так теперь. Сейчас я подруг. Не бейте эллики, дайте танку огромную, так. Через череп играйте. Сегодня затанчил Синдру и Лича 10 обычки протопалом соло. Ну и как? Нормально? Заебись. Я, короче, такой умираю на Синдре. У Синдры там 300 тысяч. И челики падают, и там то ли лок, ну какие-то два челика остались, все равно ее доты добили. Ну я убираю, и через 2 секунды босс умирает. 300 тысяч за дотки сдохнут? Ну да, где-то значит, так. Нормально у вас дотки бьют. Ну так там все упали, считаю, за 10 секунд до этого дотки висели. А ты сколько статуи держишь? Блять, я не знаю, это надо смотреть там видос, пересмотреть, не считал. Я на прожимки смотрел. Ну все прожимки отдал, что было. Лича потом. Тоже в одного? Угу. Можно, кстати, этот видос как гайд для танков использовать. Ну и там протопал, но не знаю, с других танков немножко по-другому будет. И потом Золоман пошли, три босса убили. С гильдийским ходил? Паладин, ебани сюда освещение, вот сюда. Да. Там какой проходной ДПС на два сундука хотя? Там что-то по 11 тысяч надо. Каждого, да? Да. А танкам сколько ТП надо иметь? Танком минимум 65 что-то. Примерно. Понял. А там хилые жесткие нужны или так нормально? Ну да. Это не срывать этих мобов, они
жесткий. Ну, легкий без, да. Нежить вроде. ДЦшник нужен. ДЦшник нужен. Да. Нужен в составе рейда обязательно нужен ДЦ, обязательно нужен паладин, лок, нужен ДЦ, нужен ШП. Ну, танки, в принципе, любые, но чтобы прям без проблем пройти, нужен на пул. Лучше всего рога подойдет, чем танк. Стой, комнату тоже зачистим тут аккуратно. Да, заходите сюда, я туда зайду. Я эти чувства сопроты взял. Собственно, давай по себе сам бежи. У нас такого нет, к сожалению. Чё, все рады, сапоги здесь не нужны? На этот удар. Что их хотел? Они нужны халяве. А нет, нет, наоборот, наоборот сапоги им не нужны. Ну да, я не халяве кольцо. Лёва тоже, блин, говорил, приду. О. Я не пришел. Ну, блин, я еще пишу заранее, но напишите. Не можете прийти. Может, у него это, интернетом. Ну, да. У всех один провайдер, наверное. Ну. Поставь на меня метку, пусть мне это кидают. Мен. Что кидает? Обмен? Да, согласен. Что за мисклик? На средниках вот, кинуши, блядь, стоит. Школьников призвал своих, блядь, друзей. Да. Ой, бля, дай. Чё-то я тебе много дал. Вечное пламя, вечное пламя лучше. Сопрот не получил, кидайте звезде обмен. У нас два СС, да? Скиньте один по Керосу, другой по сочному кексу. Не, я взял, а выпал уже. Я по сочному дам. Этот паладин, кто это, Ретрик, да? Ты можешь диспелить людей, если я буду называть? Сейчас будет. Верно. Надо только очень быстро, потому что там дух быстро меняется. Она диспелится, магия там. Надо магию диспелить. Я тебе буду говорить, ты выбирай там, если у тебя фреймы рейда есть какие-то. Ага. Вторая фаза, стоим, делим урон, да? Угу. Если милики, смотрите, сейчас две метки кину, Серафим, смотри. Босс держится примерно где-то здесь, и вы станете здесь справа, близко подойдите к забору. Вот так станете и будете бить босса. Не перед лицом. Потом, если конь будет сзади вас на второй фазе, вот здесь будет, вы просто отбегите в центр или к РДД, и все. Наташа, поставь ауру от тьмы, когда надо будет, тьма прожмешь. Когда разделение урона будет от тьмы. Или из банка. Ну, это надо, когда этот, они вместе будут. Конь бежать, и там разделение урона нужно. Без ДЦ просто сложно будет. Экон. Тотем, наверное. Или боку, то поставь тотем от огня. Окей. И все. Да, я забыл о ней. О чем? Че вы там? Еда, я забыл о ней. Все, сейчас.
Сразу не бейте, дайте танку агро набрать, потому что на полов нет. Да похуй, я ДКшник, у меня агро запись. Окей, ДБМ пол даю, приход и готовьте. Вопнуть цель. Да. Сейчас. Наташа, готовься, тебе будут говорить, ты здесь поймешь. Если не получается, мы встретимся вам пойдем. 3, 2, 1. Ты там можешь держать, окей? Мельки, спину просто бейте аккуратно. Мельки, спину бейте просто боссу все. Керуса диспел, Керуса диспел, Керуса, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Опа. Поменялось, да? Там байк сейчас. По тебе-то тапсим. Да все, пиздец. Давай просто 3 хила пойдем и спокойно. Да, наверное, надо в 3. Без диспела. Давайте, давайте сейчас спрятнемся. Там же агро появляется в Вуду, да? Да, такой. Там красная рамочка появляется. Но она, кстати говоря, сейчас не исчезла, с ней, она сдиспелила. И то, что на другую она перекинулась, не показалось. Она быстро меняется. Ну, я вот когда диспелил, напали на плесте. Ну, просто видишь, там сразу видишь рамочку, сразу по ней диспел даешь, и нормально все. Угу. Может, там влияет, что это расстояние, которое от босса стоишь, типа, что дух пока долетит. Этот, двигался, Лок, ты тут висишь, да? Да. А ты какое, братан, проклятие кидаешь? Давай разные вешать. Так можно рока кидать и все. Да, с собой не надо кидать. Но сейчас уже собой нет, так что разные кидать. Я стихии не хочу кидать. Давай я тогда стихии повешу. Угу. Чтоб мы оба не кидали, одно и то же. Двигался, я тебе тоже в следующий раз скажу. Я ЧМК не хочу кидать. Так потому что на демоне профитнее рока кинуть. Чему? А мне профитнее стихии. Дамага много. Но он же просто как дотка работает, правильно? Я его почти никогда не использую. Рока, либо огонь, много, либо стихии. Да, но ходит до конца. Так вначале, ну нихуя не даешь. Тихо, ты. Надо так. В конце 10к просто. Так написано в гайде, так написано в гайде. Да, гайд, ребят, все. Вас против гайда спорт. Пристопав раздайте. Да. Последний узнал. Вообще на включи туда. И вообще не 10к, а под метой припотом. Тринькой по 30 минимум. Давай себе тонность заходите. Мы готовы. Давайте добавим полдаю. У нас два дерева и шаман. Нормально. Дима, загадывай желание. 5, 4, 3, 2, 1. Перед лицом коня не стоит ни в коем случае. Все, не бейте. Берегитесь.
Ближе к кубу останется, бляха. Нормально, сейчас дает дам. Серафиму дает, да? Пробафайте сразу всех. Ебать. Что это такое, нахуй? Как он задевает нас? Да, без ДЦ тут жесть, конечно. Ну... Этот голов по 24к с нас. Не, 22 с нас. Все сапроты выпили? Я, да. Видимо, вот. Те, кто легли, не выпили. Ну, конечно, возможно. Да нет, что-то вас... как-то не так. Там обычно что-то не так я поставил. Это, блядь, надо вот так, в стенку как-то вжиматься. Там, получается, как-то так вставали, что оно, типа, не проходило, эта хуйня. Ну, а по нормальной тактике, вроде как, надо от этой хуйни убегать. Вот конь разбегается, и это его и от дороги надо просто уходить. Ну, давай так попробуем разбегаться. Ну, вот он, допустим, вот бежит, да? Он хуяк. Где он там? Разогнался мимо, да? Сейчас вот он еще раз. Где он там, блядь? Он, блядь, выйти и найти не может. Где этот ебучий конь? Он заебал. О, видишь, побежал. Вот так отошел. И меня не дамажит. То есть все бы просто бежали от траектории движения коня, и все нормально было. Ну, по идее, так должно быть. Ну, давайте так и сделаем. Тогда по центру бы эта арена станет. Я только так я никогда не бил, я так предполагаю, что вроде бы логично, блядь. Конь разгоняется, встает, да? Вот да. Этой вот траектории уходишь и бегаешь в одной точке с танком, чтобы делить эту фиолетовое говно, блядь. А мы просто... Ну, он как-то конусом бьет. Ну, конус, да. Ребят, если вы будете стоять посередине, нам, по-моему, проедется еще большим уроном. Поэтому стоим также по краешку. Просто смотрите, куда надо хочет побежать. И немножко отходите. И желательно не задом, а бочком. Так быстрее. Да, мы обычно медики вот так посередине стояли. Если на них бежут, они просто... Надо так, стоять в середине, я не говорю ну, стоять в середине. Латников она не пробивает в основном, если на фулл ХП. А вот всем остальным очень больно. Я не говорил стоять в середине, я имел в виду отбегать от траектории вот этого конуса. Он на полу дорисован, вот эта хуйня, этот конус, он нарисован. Я вот сейчас отбегал, кто там лежал, видели же. Просто все должны вместе отбегать. Ну, либо стоять этот, в стенке, там какой-то баг, там текстура типа багается или что. Он типа, вроде бы фактически в тебя летит. А дамага по тебе не проходит от этой хуйни. Ну это благодарю. Он иногда вообще не проходит дамаг. Просто прижмитесь к стенке, милики. Если говорю, если видите, что на вас, просто отходите. И РТД тоже прижмитесь. Или Вадим Крым станете просто. Там баг заключается в том, что если она пробегает через стенку, не дай бог, то нас дамагнет. Если она врезается в стенку, то в этот момент она уже не дамажит. То есть она дамажит на пути следования, а не в точке конечной. Вот в этом заключается баг. Если его уловить, то будет окей. Если она захочет вдруг пробежать насквозь, то нас все равно дамагнет. Я не знаю, в чем вообще проблема от пути следования отойти. Там конус небольшой вроде. Так. Все балки есть. Сейчас посмотрю. Крик на. Зачем? Все. Готовьтесь. Любой ампул давай. Что-то не хватает. Вроде все есть. У меня было 48% крита, а сейчас 43. Это потому что я совой его. А, блядь, точно. Упанул. Там кто-то продиспелил, что ли? Не диспельте больше.
Ебать, а как? Ну, что у меня за дело? Прижмитесь к стенке, короче, все. А я вам все прижался. Пока поставлю, не надо ничего прижиматься, надо потом когда я поставлю. Как? Что, блядь, с этим конем не так, нахуй? Что это было? Просто фул хп, раз нету ничего. Да, тут без лицензии. Ну, он, смотри, он кливает, когда нужно находиться за спиной босса. Да не, проще всем бегать, как вот, знаешь, в комнате на лечи бегают от духов, так же бегать. Только нужно подальше за спиной босса находиться. Допустим, конь будет разгоняться, просто с траектории уйти. Там, ну, четверть круга вот этого пройти, хочется или против, без разницы. И все. И в кружке в этом стоять потом. Когда он будет фиолетовый этот круг крутить, все дома разделят. Ну сейчас даже мне в его конусе были и меня убило. Так просто. Ты посмотри, что тебя убило. Вот скажи ник свой, я посмотрю, тебе скажу. Ну Керус. Я не был в его конусе, он меня убил. Просто. Вот. Тебя убило... Этот... Голоп меня убил, получается. А, да, голоп. Хотя я не был в его зоне. Я вообще не в его конусе. Он рядом с нами, вроде бы стоял. Он разгонялся где-то возле вас, наверное, да? Нет, он возле вас разгонялся. Короче, ладно. Не знаю, как у него этот конус, как у него радиус. Аура от огня стоит у нас? Боку тут ты ставишь, что там от огня? Бля, хуй знает тогда. Это бред. Под вторую этот сразу Керу дайте, залейте быстрее. Только так мы его убьем. Да не, надо избегать урона голопа. Просто перебегать, я не знаю, что вы боитесь. Вот смотри, вот видишь. Все, давай. Видишь кружок у меня? Вот мы, допустим, здесь начнем. И когда он будет разгоняться в эту сторону, где вы стоите, просто вот так перебежать, и вы все за мной перебежите. Все. Это что, это сложно? Это же не сложно. И голоп ударит сюда, а вы будете здесь уже стоять. Давай себе не тогда. Все бафы есть, кроме крика на. Крикнешь на. Только бежать не в звездочки, потому что там лицо босса, там будет клиф. Бежать за жопой босса, за хвостом. 5, 4, 3, 2. Если вы клиф поймаете, он на 35% жизни уменьшит. Распахил, уже стал, что ли? Больнее ведь ничего. Пошлите хавать. А чё с... А где он? Это выйдет. А как? Да хрен. Ну там говорят, когда у стенки стоять, то выйдет. Пиздец. А чё вы ушли? Кто же не умирал? Ну, я не знаю, чё все ушли. А же они. Идите, блядь.
Так все способности же откатиться должны были. Ну, по идее, да. Добавим полдня. Пять, четыре, три, два, один. Лицом стоит. Посмотри, голов уходит. Соль, урод. Уйдите на другую сторону, РДД, я на вас веду, на вас поведу. Назад уходим, где мы стояли. Уходим. Вот, на вас бежит. Разделение урона. Сбегаемся. Бля! Ну, надо что-то... Есть БР, дали БР. Боку, ты стань сам. Нету, нет, РДД. Пиздец. А как он же бежал? Как? Ну, конь вот этот, видишь, полночь разгоняется. Надо бегать от него. Вот он, видишь? На вкусе. Ну, смотри, я вообще ушел, он все равно задел. Вы привыкли, я не знаю, встать и стоять. Да так не делается. Ну, начинайте бегать. Потом подамажите. Вы думаете, еще все боссы встать и стоять, что ли? Ну. А, меня вообще не это убило. Тебя Клифф, наверное, задел. Да, Клифф убил. А он как бегает вообще? У него какой-то там маршрут есть? Там случайный маршрут. Не, он рандомный. Под муки, да, сбегает. А то просто он за стену убегает, и я не понимаю, откуда он появится. Ну так надо на него смотреть, можно метку на него поставить. Босс такой. На себе все он так. Да тут с ДЦ надо, под ДЦ он не убивает просто. Либо вы, я не знаю, как-то автономно стойте там, где вы хотите, а мне нужно будет выбегать из этих мук, выпрыгивать. Чтобы вы, ну, раз у вас РДД, хилов не получается, зайти в фиолетовую хуйню эту, вы там решили постоять. Ну, стойте отдельно, я буду просто один выпрыгивать из них, и все. Так тоже били. У стенки шоты, бегать не получается, давайте танк будет прыгать. Подождите, у разделенных мук очень огромный радиус, в принципе, на всю эту платформу. Тебе проще за пару секунд до начала этой хрени завести все это в РДД, и мы-то мельки подбежим. Нам надо 150к всем разделить. Там проблема была в том, что еще конь, помимо этих мук, конь еще разгоняется. Ну, к сожалению, да, это как невезуха на ласте бывает с этими инферналами. Так проще вам перебегать со стороны в сторону. А он все равно заденет. Вся платформа — это весь радиус. Это хрень. Но просто Ой, вопрос его. В том, что если мы ближе все стоим, то мы все это разделим. А если дальше, то он как раз просто шибает по всем. Ты про Хана. Муки или про голов? Муки. Ой, разделенные муки, надо всем сбежаться. И из мук можно выпрыгнуть, и никто не получит урон. Ну, ладно. Попробуем. Ладно, заходите. Дай ассисты на войду. Сейчас. Так, сейчас я вам метку дам. Вот тут вправо-влево от звезды будете бегать от галопа. А вот тут буду я держать на второй фазе босса и выпрыгивать из мук. Вот попробуем так. Все, давай тут. Милики не бьют, кстати, забыл сказать. 4, 3, 2, 1. На второй фазе.
сразу как переведется, звездочку идет с милика идет. И там смотрите, куда голов. Право, отойдите, там конус ёбнутый. Геру дайте быстрее. Надо... Опять так же вправо отойдите, там конус ёбнутый. Где конь, блядь, я его потерял? А он обходит. Зайди на... Да, всё. Отошли от него, блядь, куда он идёт? Всё, так же стоим, плохо. Косноязычие, кстати, пробуйте кинуть локер на этого пидора. А коня? На ловчик. На тумина тоже. На лошадь, да. Может, замедляет, не знаю. А, нет, все нормально. Блять, он выбрал маршрут такой. Отошли от него. Где конь ты? Блять, вот он. Фига был близко. Блять! Отошли быстрее. Только не успел. Нет, успели отвечать. Блять, он опять отсюда же. Опять так же. Налево, отходи. Право. Все там. Блять, нет, он опять. У нас? Нет. Там. Ой, да на фейл держим. Где конь, блядь? Нас! Нет, он еще выбирает маршрут. Все это отошлить на заранее. Ой, так что мы забьем. Где конь, не вижу. Побежали. Берегитесь. Танк на фул поднимите. Налево. Нет, он еще не выбрал маршрут, блять, он не у нас надеюсь. Мельники, блядь, и больше, чем может. Ворду не подходите. Да. Я в смысле дальнее что-нибудь использую сильно. Плане кидай топорик. Да, молнии кидай свои, ну там, плай рекам беру. Да, как можете, домашний. Отошли направо быстрее, он выбрал маршрут уже. Опять маршрут, походу, блядь, отошли отсюда. Быстрее, блядь! Пиздец. Вообще не боитесь, ничего себе. Он сейчас опять в танк должен прилететь. Кстати, я бы себе и нор закинул. Убегает. Милики, отошли все от меня. Ой-ой-ой. Ебать! Как так? Держи, я консоль активишь. Но он в другое место побежал, потому что босс не звезда. Там БР забить. БР отбил, как раз два БР умерло. А, ну похуй, значит. Давайте там один все правится, думаю. Боку-то помогай хилить. От ворот отошли, наоборот, он ворота сейчас будет падать.
Тут вообще легко. Как надо ворота, чтобы он летел, иначе он выходить будет за это, понимаешь? Это шест лица. Вот. Поэтому надо у него ворота. Лицом. Да, надо ворота, чтобы он лицом. Все, меняемся, да. От лица отходите, просто все. Изи. Да, только под топот. Мог это помогай рейд подхиливать, и все, это так все ничего может. Больше он ничего не будет показывать фокусы. Сразу СС по экону дайте, если есть. Сейчас дам. И по боку-то тоже. На топот, если вдруг не фулл хп будет, на топот можно мастера на огонь. Вот на вот этот, видишь, много смысла. Ебать. Застанем прям под топот? Ну, блядь. Я не видел. Захиливайте. Главное до топота нахуй поднять. Там во время топота и сакас остановить вроде не должно дамажить. Не дамажит, все равно. Все равно дамажит. Попробуй просто. Сейчас попробуем. 4 балла просто. Все равно? Не, потому что я сейчас сакасцию отвлекся. Сейчас попробуем. Да, все равно. Боку-то подхиливай рейд. Да-да-да. Цепной. Видишь, сейчас тебя убьют, иначе. Повезло. На фул быстрее подхилить. Просто 5 стаков водоворота и цеп. Все, тут ДПС хватит просто. Надо на фул поднимать. Кстати, Эршамам не вернули еще двойную цепуху? Нет. Там обещали вернуть. Было бы неплохо. Хантам тоже Т4 обещал. Да. Что-то никак нет. За вторую неделю обещал. Видимо, посчитали, что босс слишком сильный. Сука, ну по-любому я там запы заработал, блядь. Тебе запы должны здесь упасть? Да. Ну, если повезет. Я думаю, сейчас шмот упадет тем, кто лежит и отдыхает. Че, арбалет упадет? Запы. Ну, арбалет Серафиму хотел бы. Запы и кольцо, блядь. Арбалет тут по КД падает. Арбалет. Со своим арбалетом. Говнище, блядь. Один и тот же лут падает, каждый каругер. Кстати, уже кольца вот эти прекрасные падают. Или мне на ханта, да? Ну, Серафиму как раз арбалет, больше нет. Ну да. Починитесь, не забудьте здесь сразу. Сними с меня звезду. Так ты сам можешь. Нет? Наша звездочка. Женек, ты звезда нашего рейда. Да, наша звездочка. А ты пенек нашего рейда.
Можно доспекаться уже сразу в этот. О. Мишку. Или я Мишку. Но я плохо сориентируюсь. У меня концентрация пока. Лучше. Хотя, да, хотя он лучше в коте позаливает. Не знаю. Думаю, я в медведе такой же дома. Но есть, он не сможет в любом случае котом унажен или хилу, или танк. Сейчас можешь спекаться. Я спекну. Блин, все собрались. Брали. Так, у меня флот нет. Я тебя дам флот. Долгий тут просто, конечно. Тут со всеми так? Чего? Да, долго это, очень. Это только начало. Видишь, Кару Гер в расписании не подписывался. Что могу еще сказать? Это я понимаю, ДПС. Который на первой строчке? Уже да. Какой босс следующий? А как? Мороз позовем тогда. Потом дьявол. Где-то Керус ввел 800 хп, 900 хп, если когда я полтора камни сел. Mm-hmm. У тебя, говорю, 950 хпс, когда у меня 1400 всего. Он потеет. Он ты сам себе спидит. Да и на только поедет, а то я тебя сначала. Да. Это неправильно сказано. Это избыточно. Не, избыточно не считается, конечно. Будет. Ну, ну. Сейчас пошел вести. Поставьте стол на устрый. Зачем вам стол? Пахал. Пошли, пошли, мои ребятки. У меня, кстати, не все бафы, но просто бафы. Думаю, ты переживешь, пока просто бах. Да, тут ауру от огня. Да, и гнев небес подкаст. Да он побежал, стойте. Там один НПС убежал. Это еще будет. Это бесполезно. Я пока не могу использовать эту способность. Что такое? Я двигаться могу. Починили? Нет, вроде. Ищ! Блядь. Жесть! Не атакуйте, дайте агро танком взять. По-моему, сагрили до хрена. Нет, не сагрили, просто вы, блядь, сразу бьете танки, даже взять не успели. Да я один метеорчик закинул. Я закинул нахуй, и все, и вдох сразу. Тем больше метеорчик. Oh,
Чё, глаз так быстро бегает? Что-то может подниматься или ещё много? Да, поднимайтесь. Шагрец. Пенёк, ты хамбал, да? Я тебе дай. Ты с тобой. Поднимайся. Мне дайте лап. Нурик, дай лап. У меня руки заняты хилом. Сейчас. А на снизу пауков не притянет? Что? Она пауков снизу не возьмет? Ну, моя уешка это. Всем порча. Да похуй, даже если возьмем, зальем. Ну, если что, всем на починку скинешься. Видишь, что я с всеми порчами может убить всех, а мой метёртку меня. Поэтому я сам себе скидываюсь на починку. Да, ДПС, конечно, прикольный. Трэш. На мишке? Да. 18к ДПС. Нормально. Серфим, тебе надо было мишку бы. Опа. Топ-базин. Есть шмо. Мастерство, меткость. Ты мне стал. Дай мне что-то дохуя, мне кажется. Не вся комната. Блок это же. Минус запутано. Help me. Ты еще за колонку стал, да, мам? Да. Боку-то. Как правильно? Боку напить. Как правильно? Не спали контору. Один такой, какой-то гость остался. Кстати, ачивка, кстати, здесь. Короче, Потапсин, тебе надо будет с танка постоянно стан снимать. Возьми Керос в мейнфрейм и все. Что с ачивкой? Прослушал. Сюда, вот этот бой. Беги, ты ебать! Опа-опа-опа-опа! Он с удара шотнет! Бля, там нормально такая этот стоял под нас. Посижу, выбей, пожалуйста. Все-все, убивайся. Куда вы ебать, ебать, на выход уже? Да куда я быстрый! Я только за колонну свою, там Серафим уже у выхода. Ебать. Когда жалко голдуна почимить. Чем снимать? Ну, в смысле, дисплеон холодильник. Короче, смотрите, танцы здесь будут уходить. Где метки поставлю? Первый на танец будет ходить Терафим. Нет, дедлайн свободный. Там другой. Нет, просто дисплеон. Очищение. Амаловинь? Как он там? Бля. Выйдите, Керос, заявите, там три. Надо нам два хотя бы, чтобы он... Я тут рыбу поставил, пусть люди хоть похавают. А, похавайте, блядь, что там? Не, убегайте, убегайте. Чё, не исчезнет рыба. Сейчас не исчезнет, рыба. На. Эко не успел. Герои наших союзников.
Да, это еще перерождение. А камень души? А где Хавка? Я не вижу, я пьяный. Да любую, я вон на портале весь стоит. Весь стол. Короче, смотрите, быстро двигался Бурак и Арканат, вы закрываете печеньку. Первый будет закрывать быстро двигался, второй Бурак, третий Арканат. Сразу там возле этой стойте и представьте туда порталы. Будет, а закрывать. Можно поподробнее, пожалуйста, я не убивал его? Смотри, первая фаза, 4 вот этих подпиваса, которых мы убивать будем. О, нормально не вспомнился всех. Леди Катриона. Так, вы убиваете 4, потом каждые 10 или 15 секунд ее за нож будут появляться танцы. То есть в звезде или в печеньке, где-то возле, а не прямо в этом метке, будет появляться такое белое свечение, 3 NPC, которые танцуют. Вам нужно будет заходить в этот свет и танцевать 10 секунд, и все, и после этого есть еду. То есть на столах будет появляться кабаны, рыбки и пудинги. Пудинги едят танки, а кабанов едят ДДшки. Или рыбку, без разницы, что угодно съешь, и тогда с вас пропадет дебаф. Если вы не съедите что-нибудь, на вас дебаф на пониженный урон. На каком столе из трех? На любом столе заспавнится. Он заспавнится сам. Просто когда вы танцуете, обратите внимание на весь стол, чтобы вы сразу видели, куда бежать. И все. Если танцы не закрывать, на боссах копятся стаки. Эти стаки снимаются только, если вы что-то съедите. Если долго не это, больше стаков и меньше урона. Один стак 10% меньше урона входящего будет. Если 10 стаков, то вообще не будете убивать трэш. Нам нужно убить 2 трэша, вот этот барона и баронессу, до второй фазы. Вторая фаза, там танки уже чисто. Я встану на РДД под дубовую кожу, чтобы на меня было. Под третьей будет массакра. Ой, массакра будет. Айсбаун даваться, потом уже посмотрим, как-нибудь выживем. Как? Не знаю. Так. Все. Первую, то есть где-то вот здесь порталы ставите, смотрите и видите. Ауру. Поставь от физы. Ауру. Сапроты снимаем? Да. ДДшние фраски пейте. Все, сапроты больше не нужны. Ну, мне ДД фраски закончили, что ли? Дай мне просто ДД фраску кто-нибудь. На замену. Кирос, тогда сам поносишь. Кирос будет держать трэш, а двое туда поддержат Мороза. Да, сам говори, что на тебе стану и убить. Первого убиваете череп, баронессу, второго убиваете Рафа. Потому что он стан дает. Гера на второй фазе. На второй фазе сразу все милики под жопу Мороза сбежались. Я на рейнджер. Еще. Звезду кто закрывает? Первый закрывает у нас Серафим. Второй закрывает Бокута. И третий Татапсина будет закрывать. Смотрите, вот с этой стороны, где звезда, будет появляться танцы. Белое свечение, стреляет NPC. Вы просто белое свечение входите, оно где-то вот здесь будет. Да, и все. После этого вам надо будет съесть любую еду на столе. Желательно кабана. Если нет кабана, просто ешьте рыбку любую. Она заспанится на столе. Пока вы танцы, обратите внимание, где что лежит. И все. Все, закрывайте, потом у вас дебаф на минуту, и кто-то другой закрывает. И все. То есть в треугольнике держите, чтобы милики побыстрее могли сбежать. Сразу. Да. Просто, да, взлететь в это свечение, потанцевать, что-то съесть и дальше продолжить бить. Вся твоя ротация. Когда тебе сказать выбегать, выбегай. Ты первый выбегаешь звезде. Если я сказал звезда, значит ты побежал первым. Второй бежит. Нет! Просто в свет заходишь, и ты автоматически танцуешь 10 секунд. Все. Блять. Ебать. Ну короче, все поняли. Второй Бокута, третий Татапсин. СС раскидайте по хилам, если есть. А лучше по танку, по Керусу один СС скиньте. Я кину по Керусу. Все, давайте на понимание. Все. РДД, стойте сразу слева, чтобы вы могли сразу. Милики станут ближе. К этому свечению подходишь и пишешь, слышь, танец, блядь. Ну давайте, ДПМ пул, репоту готовьте, тут надо быстрее залить в Анессу.
Но он не срывайте остальной трэш. Точечно залейте броню. Не надо. Дайте танкам поставить. Стан. Стан. Стан, снимай стан, уже говорите. С Керуса снимай точечно. Серафим, не срывай. Стан. Скоро танец, готовьтесь. Танец. Звезда. Серафим прибежал. Все, ищи рыбку. Вот здесь кабанчик, где я стою. Посмотри за спиной моей. Просто ешь и продолжай бить. Танец второй. Звезда опять. Бог это побежал быстрее. Болчара танцует. 8 секунд. Танец 8 секунд. Потом обсудится. Давайте идем сюда. Танец, опять звезда. Татапсина, Татапсина. Татапсина, давай быстрее. Блять, мы сейчас не успеем прохилить из-за этого. Танцы. Смотрите где. Опять звезда. Опять. Кто-то побегите, кто-нибудь. Кто-нибудь быстрее. Я побежал, Серафим. Кто-нибудь, не Серафим, кто-нибудь другой. Танцы. Опять звезда. Быстрее, Серафим, ты подпил уже. У кого нет дебафа, тот и бежит. Съешьте пудинг, я не знаю, вон кабанчики есть, съешьте кабанчики. Есть. Я сожрал кабана. Рыбы вообще нет. Опять танцы, смотрите. Двигался. Да. Танки, если есть пудинг, ешьте. Я пока даю. Вон кабанчик есть возле танков. Да у нас тут рядом у нас. Танцы. Бурак. Бегу. Ты рядом должен был стоять, не на столе. Да я думал, к звезде может придется бежать. Да, нет, там у них уже капец. Давайте кабана ешьте быстрее, скоро уже фаза будет. Танцы. Звезда опять, кто-нибудь, кого-то бахнет, блокот. Там уже пошел, по-моему. Я еду не вижу, что тут хавать? Ничего нету. Вот. Да, вон кабанчик смотри, есть. Где стоит. Танки? Где танки? Смотри, кабан стоит. Вот, кабан. Бурак, смотри, вот кабан. Бегу, я замедлен. Все, ставьте спали, все под жопу босса, Гера пошла, давайте. Стан на мне. Все под жопу босса. А я забираю, да? Блядь, не успел, я ресу Вайда. Вайда нахуй поднимите. Пробафайте. На мне. Забирай. Перед лицом стоите, почему всех дамажит? Встаньте под сзади чуть-чуть еще подальше. А че за опыт уже? Просто бей босса все. Скоро третья метка будет, надо будет скоро этот сейв издать. Он череду дал? Да, только что. Хорошо, если выжил, заебись, я ворота поймал. Я так и не понял, ворота вешается на последнего, получается, такого надевания? Да. Ты встань на последнем, дальше всех встань. Так он меня снесет, но. Не снесет, нормально все будет. О, блядь. Убегает.
Так, мне иннер нужен. Я не могу дать иннер, мне самому нужен. Давай. Место там. Когда с тебя заберу, дашь там иннер кому-то. Эком, да, иннер, я тебя приучу. По панельке ее нет. Хуёво. На медведя вышел. Ну, похуй, дети, как можете. Есть ассессы? 10 минут. Бурак? Да, есть. На авоида вешу. Прожимайте, сейчас прыгать будет. Я его не вижу. Господи. Поймал Гароту? Да. Попробуй ее слететь. Что сам понял. Нихуя. Не снимается? Похуй. В обычке снимается, тут нет. Все, будем знать. Где? Надо больше урона дать, ребят. По третью Гароту он уже Керу дал. Берсу достаточно. Больше урона вливайте. Где урон вообще? А что, вы сейчас Гера не пьете, да? А, блядь, Гера была же, была же. Ты же умер просто. Ага. Если есть еще. Быстрее на фуор канал, ты начнешь бегать. Дайте вот эту метку бустера там. Быстрее, ребят. Скоро берса уже. Мы прям упираемся в нее, больше урона. А есть номер какой-нибудь там? Вообще, мне нету без варианта. 4 дал. Сам уже высыхаю. Что-то будет рано давно. Потапсина, дай, а руки по этому. Руки сдай по этому. На мне вторая огород. У меня вся попадам, быстро лилась. Жи, я тебе. У меня третья. Давайте, 6%, блядь, у меня осталось. Пиздец. Давай, чуть-чуть. Вбивайте вроде. 300к, там чуть-чуть осталось. Нет, смерти. Блядь, 0 маны, нахуй. Быстрее. Там, где он сделан, там все. Ух ты, наверное, хуйня. Блядь, тут легче от Гароты сдохнуть. Бать, метка на 2 миллиона уебал. Да, сейчас. Какой же легкий босс. Идит. Легкий, да? А, легкий, если ты не танк и хил. Я там спрашивал про облик. Облик? За облик. А, это крыса. Это за 25 тысяч. Прописывайся. Ну и иридаров покупать, если ты... Ну, ты как раз таки иридар. 25к, если имеешь в кармане. И это твой не последний. Ну опять ордынцем становишься. Я вот думал, чего начну рожденных игрушку взять. Хуй там хуйня какая-то. То, что в этой хуйне ходил, я думал, это боку-то, блядь, хуя. Я не обращаю его внимания на это, просто нет времени. Есть этот гнев небес? Керос, тебе сделай надо что-нибудь? Нет. Сейчас я еще раз принеси. Мама, нет, там ничего, на коттедж не... Вот мясо мороза только боты. Мороза вкусные боты. И все, больше вкусно. Мне ничего, по-моему. С мороза вообще хуета лютая, по-моему, если честно. По-моему, больше ничего. Без идол, наверное. Осмотра кольцо падает, но оно... хуйня идол. Кто выиграл, кстати? Я.
Распылили его, по-моему. Так хуйня же. Ну, в смысле, 264-й лучше, который тот. А тот стакующийся. Да, этот сразу. Он мне на... Сейчас скажу. Даже не на 20. На 23 СПД больше дает. Да я не знаю. Кто это лучше второй гер ходить? Тотемы. Ради 23 СПД. Они какие-то говно. Тотемы. Они на 20 характеристику плюс дают. Сейчас все зависит, чтобы никто не слапал, иначе нам урона не хватит тупо. Вон какой-то маленький. Расслабились. Да пиздец, совсем расслабились. Вон, я в лигу играю, никогда не расслабляюсь. Особенно в лесу, да? Особенно в лесу, да. А то потом кому-нибудь не поможешь, начнут на тебя там. В чате. Это же лес. Ты да? Свое фармишь, че? Остальные нет, не виноваты, что потом не твой бот фармит. Челы. Дефидит. У нас постоянно бот какие-то крипы играют. Да постоянно ты иди на не хочу. Ладно. Да, и бля. Сюда расслужила? Да? Ближний бой 21 700. Вообще полезный метеор. А это не метеор был, я просто в него кидал. Да. А знаешь сам какие саппорты, кстати, Нурик попадались? Саппорт Дариус. Саппорт Тим Кенч. А из саппортов. Тим Кенч нормальный саппорт, не пизди. А этот как. Как ее, блять? Мой любимый саппорт, как ее? Серафима. Да, о. Ну она один раз попадала. Твой любимый саппорт. Ну не знаю, мне нравится и как. Удобный какой-то класс. Ну, как мне кажется. Там еще диджея ходится, как я не помню, как. Сона, по-моему. Диджей Сона, да. Да, за нее он тоже играл. Она тоже Сона и Серафина. А вообще-то поеботу, лоу ебаный, блядь. Никогда не поймешь, что это шоу. Вон, за Юми играй. Эй, сидишь, что-то мне не понравилось. Пиво пьешь. Просто к челу прицепился. Ну, блядь, на каком подлинку флейм? Ты что, ебанулся? Да. Короче, если кому-то сделать что-то не надо, освободить надо место... Мне не надо. Мне надо ступ перевести дроп. О, а это же какой-то бист. Бля, ты зашел за стенку. Выносишь быстрый аганим на белке, потом этериал и шотаешь шлифтового кора. Кроме тиника какого-нибудь. Вы на каком языке, блядь, разговариваете, дочери? Я как раз сейчас уже пойду по где-то 2900 хп. Да, окей. А, на минус 26 стак он умеет допить. Покопайте себе кину. А он тут? Ну да, вроде. Он тут, да, он мне FPM написывает. Тебе какой топор алебарда нужна? Зачем она себе? Она же по мне. На рамса говно, там, по-моему, РПБ нет уже. Там нет РПП, зачем она себе? Это на ретрика. Либо на анхолика. Ни того, ни того у нас в рейде нет. Ебать, ты кому напи... Я не знаю, кто это... Да, не знаю, а чё? Ебас... Привет, пойду. Развязну горничную, убейте, РДД, станьте подальше, чтобы тут на вас дебаха не вешались. Пострелились. О, вот это твоё, знаешь, он привет с точкой, прям нереально бить. Грамотный человек.
Я тоже так всегда пишу. Я не знаю, там просто надо точку после каждого предложения, какую-то пассивную агрессию. Давай, я пишу точку и потом мне пишут. О, ты точку ставишь. Нифига. Сука, ты ее ставишь, блядь. Вот именно, я не понимаю. Ну я раньше тоже точку не ставил, а потом что-то... Я точки не ставил до того времени, пока со мной девкой не заобщался, блядь. От нее эту привычку взялся. До этого писал «Плевет», да? Я Женек, плывет. Где вы? У всех собрать пишите? Ух ты, какой ты бис. Ебис. Блядь, тут одна стоит на месте туфли. Зависла, мадам. Я не в сове буду. Сразу говорю. Минус крыт. Ну, если ты ВП найдешь. Или